Інформаційний блок на каналі «Кіровоград триває». Тема дня до вашої уваги. І сьогодні мій співрозмовник Олександр Сергійович Шаталов, перший заступник голови обласної ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Олександр Сергійович, сьогодні хочу говорити з вами про діагностичні центри другого рівня, про які ми вже, власне, починали говорити в цій студії. Наскільки я знаю, на апаратній нараді прозвучала інформація про те у понеділок, що вже в жовтні будуть відкриватися перші з них. Які це будуть райони? Ну, я хочу сказати, що, во-первых, уже перший відкрит, це состоялось на українському районі в рамках защиты програми «Центральний регіон». І вже на цій неділі состоїться в дуже багатьох районах, в тому числі в місті Кіровограді. Всього таких центрів буде 26. 4 в місті Кіровограді, 1 в місті Олександрії і в районних лікарнях. Почему именно такой масштабный разброс? Потому что наша задача заключается в том, чтобы обеспечить доступ любого жителя нашей области к ранней диагностике. А зачем нам нужна ранняя диагностика? Ранняя диагностика нам нужна для того, чтобы на ранних стадиях выявлять те заболевания, которыми, к сожалению, страдают жители нашей области и которые приводят к высокому числу смертей в нашей области. Вы знаете, что и по онкозаболеваниям, и по сердечно-сосудистым заболеваниям наша область лидирует в этом печальном рейтинге. Поэтому губернатор поставил совершенно четкую задачу. Нам нужно сделать конкретные шаги для того, чтобы, ну, по большому счету, спасать жителей нашей области. А для этого и нужна система ранней диагностики. Я вот могу привести вам такой простой пример. Скажем, диагностировать рак желудка или рак кишечника в нашей области до там, прошлой недели не было возможности. То есть не было такой аппаратуры, которая могла бы на ранней стадии продиагностировать это страшное заболевание. И вот мы приняли решение, и на прошлой неделе уже был открыт в эндоскопическом отделении в онкодиспансере такой аппарат. Он дорогостоящий, 3,5 миллиона гривен стоит. Таких аппаратов всего 100 в мире, но один уже здесь у нас. И значит, возможности наших врачей возрастают. А если возрастают такие возможности, значит, количество там, смертей должно уменьшиться. Количество правильних діагнозів, правильних врачебних рішень буде увеличено. Ми, коли говоримо про діагностичні центри, орієнтуємося на онкозахворювання, чи все-таки там нададуть послуги людям, які страждають на різні недуги? Наша задача тестировать полный спектр самых разных заболеваний. Есть такой утвержденный скрининг, да, исследование, которое и анализ крови, и маммография, и рентген, и так далее, и так далее. Это очень много, большой спектр этих заболеваний. И я вам скажу, что мы в этот раз делаем серьезный прорыв в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, потому что статистика по отношению к онкозаболеваниям катастрофическая. В 6 раз больше людей у нас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, а не от онко. Поэтому мы в этот раз сделаем очень серьезное вложение как раз в эту сферу. В прошлом году, вы помните, мы уже приобрели ангиограф, которого не было в нашей области, который позволяет делать очень серьезную диагностику и проводить определенные оперативные вмешательства. В этом году мы закупаем очень такой мощный набор оборудования холтеров для того, чтобы диагностировать самые разные заболевания, которых не было до этого. Более того, в этом году у нас стартует такой масштабный проект телемедицинский. Его суть заключается в следующем, что в машинах скорой помощи, в районных больницах, в амбулаториях будут установлены специальные кардиографы, которые в режиме онлайн будут передавать кардиограммы в онкодиспансер, где специалисты, не онкодиспансер, а кардиодиспансер, где специалисты высокого уровня смогут прочитать и установить диагноз. Потому что, к сожалению, в районных больницах или врачи скорой помощи не всегда могут качественно прочитать этот результат. И это даст возможность нам принимать правильные решения и спасать людей. Потому что неправильное решение, в том числе по тому, какой инфаркт и так далее, оно приводит к инвалидности, а может быть даже и к смерти. Поэтому вот такая программа, она пилотная для нашей страны, в том числе, да, не только для нашего региона, она даст возможность нам решить очень много проблем. Олександр Сергійович, давайте ще раз пояснимо механізм нашим глядачам. Тобто в діагностичному центрі не лікують, там обстежують і виписують певне направлення. Да. Я правильно розумію? Основна задача заключається в следующем. Каждый житель нашей области должен иметь возможность раз в год пройти полный комплекс диагностики, обследования. Для того, чтобы заметить какие-то негативные тенденции и иметь возможность на ранней стадии решить эту проблему. Поэтому любой житель нашей области получит
будет получать приглашение на участие в такой диагностическом проекте. К примеру, вам там придет приглашение, вас пригласят там, в первую декаду марта пройти... Это чтобы уникнуть черг. Да, пройти такое обследование. И там будет указан телефон, по которому нужно будет позвонить и точную дату определить и точное время. Для того, чтобы человека там ждали, человек знал, куда идти, как идти и так далее. Поэтому вот я думаю, что это второй этап нашей программы. Сейчас мы откроем диагностические центры, протестируем их работу. И с начала следующего года уже будет работать вот такая серьезная система приглашения. Приглашення людей на вот ці обследування. От, до речі, продовжуючи тему запрошення людей, хотіла підняти іншу проблему. Коли люди не йдуть обстежувати своє здоров'я, це вже інше питання. Це питання культури здоров'я. В цьому напрямку щось заплановано зробити? Я думаю, что главное на первом этапе создать возможности всем тем людям, которые заботятся о своем здоровье, возможность пройти такое обследование. А когда они придут, поймут, что это комфортно, что это бесплатно, что нет никаких проблем с этим, то обязательно они расскажут об этом другим, и те поймут, что это нужно, и будут проходить такие обследования. Центры комплектованы всюду одинаково, чи залежно да. от особенностей? Они, базовый набор везде одинаковый. Единственное, что в ряде центров нет оборудования, если там нет на данном этапе специалиста, который может обслуживать. Потому что, к сожалению, имела практику такое, когда приобреталось дорогостоящее оборудование, потом простаивало. Мы категорически против такой позиции. Если есть специалист, которого можно доучить, обучить, то мы приобретали туда оборудование. Если там специалиста нет и давно его не было, то мы туда это оборудование не поставляли. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Шаталов, перший заступник голови обласної ради. Дбайте про своє здоров'я і всього найкращого вам. Гарного вечора. Дякую. Дякую.